приехали. Мы приехали в парк сафари. Я вам потом напишу, как он называется. Haven't seen nothing yet, have you? I don't want to wake him up. It's a big field. Компания с английскими друзьями не мешает снимать. Вот и название. Вобурн. Компашка интернациональная. Все, билетики проверили. Машина дергается, поэтому дергается камера. Here we go. Ready? Yes. Здесь такое передвижение на машине. Здесь нельзя выходить из машины и идти пешком и гулять. Не разрешается. Поэтому вот съемка может идти только с машины. Вот это обслуживающая, вероятно, машина. Так, теперь...
дальше. Кто у нас тут гуляет? Кто у нас такие красивые? Я не знаю, как они называются. Видите, машинки останавливаются, люди здесь могут остановиться, ничего, да, смотреть, сколько угодно стоять, смотреть. И вот еще один красавец гуляет. Я не знаю, как они называются, а где прочитать, не вижу. Вот еще один идет. Тут просто переходит дорогу. Ой, красавчик. Здесь видно их угодья, там их кормят или они спят там. В общем, все для них. Так, что у нас дальше? Какое небо красивое, погода отличная. Вот, если что, можете прочитать. Так. Дорога неровная, видите, и камера скачет. Кто на... Ой, это что, носорог? Ух ты! Вот так вот. Может быть... Ага, вот, видите, было написано. Большой. Большой такой. Пока вижу только одного. А где его парочка или друзья, не вижу пока что. Но у них территории такие большие, что тут можно, чтобы, допустим, ловить момент хороший, нужно постоять. Вот, не знаю, для кого это. Я вам покажу, вот видите, как смотрится. Смотрите, сколько машин. Здесь только на машине можно. Сейчас пока можно с открытыми окнами, а потом нужно будет закрыть окна. Сколько машин, many people, ой, я даже не заметила, посмотрите, боже, как много, красивые такие, как у них, посмотрите, какие территории большие, все очень ухожено.
вообще великолепно. Такое место для релакса. Супер. Что, первую серию я закончу. И буду делать следующее видео, может быть. Сейчас немножко проедем. А, кто-то. Носорог. Посмотрите. На камере он маленький такой. О, прямо возле дороги, видите? Поэтому нельзя окна, чтобы были открыты. Ну, для безопасности. Слоны, слоны. Слоны. И там кто-то еще. Видите, их для них. Не для слонов, а может и для слонов. Там какая-то сухая трава была. Так. Гуляют слоники. Такие хорошие. Погода замечательная. Как раз вот для посещения вот таких мест. Кто у нас тут? А, вот, кстати, продолжение вот слоны. Видите, машина проезжает. Ну, в общем, какие-то вот эти снова рогатые. Я не знаю, как они называются. Какое дерево интересное. Корни. Корнями положили. Да. Получилось очень красиво. Ну вот они себе так пасутся, спокойно ходят, где хотят. Могут перейти дорогу, например. Ну вот поэтому и как бы, в принципе, окна должны быть закрыты. Вот видите, машина тоже. Окна закрыты. Так, а кто у нас? Тут у нас слоники. Слоники. У них, видите, такие территории очень большие. Мы уже вроде бы где-то там начинали смотреть слонов, а до сих пор можно видеть. Они прекрасно здесь и вольготно живут. Кормят вовремя, поют вовремя. Природа шикарная, все условия для отличной жизни. Ну вот так, да, конечно, я понимаю, содержать животных. Потому что я противница, когда делают,
допустим, какие-то парки. Ну, как правило, это в наших странах, бывших СНГ. А о животных не заботятся. Поэтому и противница. Видите, как... Смотрите, какое у них пространство. Они где хотят, там и гуляют. Очень много площади. Они себе ходят, травку жуют. Здесь очень много, как сказать, большая территория, очень большая. Поэтому прекрасные условия. Здесь видите очередь. Сколько машин? Так.